дольше тут денежных средств нет, потому что два подъезда есть, и то их уже сносить там какие-то часть этажей надо, потому что они же сколько, лет 7 стоят под дождем, под снегом, да? И три подъезда, они на нуле. И получается, пока вот на 14 году шли разговор мировой подпишите, мировой подписали, да? А ничего не сдвинулось. Сейчас нам говорят, идите в ЖСК. Ну, ЖСК же мы все понимаем. Понятно, мы юристы ходим. Да. Что это такое ЖСК, да? То есть реально, без господдержки мы никак. Вот у нас вроде же попасть, который нас не знает. Если я об этом сказал, что приехал в Москву, я трассе первым.